Всем привет! Сегодня мы рассмотрим крупным планом 10-й альбом шведской команды Amon Amarth, работающий в стиле мелодик death metal. Альбом называется Jomsviking и был выпущен в 2016 году. Это первый концептуальный альбом команды, повествующий о несчастной любви молодого викинга к юной девушке. Викинг был вынужден убить соперника и удалиться в изгнание. Такая вот печальная история. Альбом был выпущен лейблом Metal Blade и в моем случае переиздан по лицензии японским лейблом Sony Music. Смотрим внимательнее на издание. У меня в руках роскошный дигибук, содержащий 11 треков, и 2 плюсом трека идут в качестве бонуса. На данном альбоме в качестве гостя выступает известная метал-дива Дора Пеш на 10 треке, чтобы быть точным. Открываем диск, конверт, а в конверте у нас должны находиться 2 буклета, потому что это японское издание, действительно. Буклет с текстами, фотографиями. Оригинальный англоязычный буклет. И буклет исключительно японский. И вот такой вот Аби Стейп или Аби. Издание шикарное, лимитированное. В настоящий момент sold out. На этом все. С вами был Галиуллин Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Всем пока!